Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и только что на своих экранах вы увидели, как работает данный механизм. Выглядит он вот так вот. Я постарался его сделать как можно компактнее, у меня это, по моему мнению, получилось. То есть вот такой вот механизм. Тут очень много поршней, очень много редстоуна, репитеров и компараторов. Вот, в общем, вот такой вот механизм. Ну и давайте посмотрим, как он им сам работает. Значит, мы... Допустим, вот у нас вагонетка проезжает по нажимной рельсе, и у нас активируется вот такой вот мостик. Как вы можете заметить, здесь активировалась сразу такая куча редстоуна, активировалась куча поршней. Вот, и если вагонетка еще раз проезжает по нажимной плите, то она просто дезактивируется, вот эта вся штука. То есть, вот как вы можете заметить, и... Как бы у нас еще при активации у нас поднимается стена, и отсюда выезжают наши рельсы. И потом при дезактивации у нас просто опускается наша стена. Еще плюс данного механизма в том, что он полностью стакабельный. То есть его можно расширить, я не помню на какое расстояние точно, но его можно расширить. То есть, как это сделать? Вы просто берете вот это вот, вот эту вот часть убираете, потом ее назад придется поставить, и достраиваете здесь определенную часть. То есть, сколько вы хотите там, хоть, я не знаю, хоть там 10 еще блоков, или там, я не знаю, сколько, как вам, как вашей душе угодно будет. В общем, и потом ставите назад эту часть, вот именно вот так вот она должна выглядеть. Вот, и все, и механизм будет стабильно работать, даже когда он, даже если его увеличить, то есть в длину. В общем, вот такой вот механизм, строить я его не буду, поскольку это будет очень-очень долго. Я его строил около 2-3 часов, я думал, как там сделать, у меня были некоторые неполадки. И вот еще такая неполадочка, не знаю, это какой-то баг или что-то. Вроде этого. В общем, здесь стоит репитер на такой вот, на без задержки. То есть просто вот репитер. Если мы его отсюда уберем, то у нас схема будет просто крошиться. То есть у нас до конца наши рельсы не будут выдвигаться. Они будут выдвигаться только лишь вот на вот этот блок. Это нам, как бы сказать, не нужно. Вот, поэтому я сделал вот такую вот, как бы, вообще должно было на этом месте быть еще одна такая вот линия. Но поскольку здесь этот баг, я решил ее убрать. Вот, ну, в общем, вот такой вот механизм получился. Ссылочку на карту я дам в описании. Давайте еще раз посмотрим, как он работает. То есть, вот, как вы можете заметить, у нас выдвигается... наша такая дорожка, нажимаем, и она задвигается назад. Да, кстати, чтоб многие потом не писали, кто знает, что есть такой механизм. Да, такой механизм есть, его придумал американец, я точно не помню кто. Вот, идею этого механизма я взял у него, но схема полностью моя. То есть вы можете, если вы найдете такой механизм, то можете скачать карту, если она там прилагается к этому видео, и посмотреть то, что вот у меня механизм совсем другая схема. То есть, но идея взята у американца. В общем, на этом, я думаю, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Джокер. Всем удачи, всем пока.